Привет, я Света Солнце. Моими тренингами пользуются миллионы успешных людей. А сегодня их станет еще больше. Потому что я выпускаю свою первую книгу. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда... Будет! Громче! Будет! Что, там много набежал? Больше 4000 предзаказов. А сказки как был самый востребованный жанр, так и остался. Всю карьеру своими тренингами вы обманывали людей. Вам предъявлено обвинение в присвоении чужой интеллектуальной собственности и организации мошеннической деятельности. У нас галактики существуют не только звезды и планеты, но и черные дыры. Слышь ты, солнце, ты еще не поняла, куда ты попала? Это не твои марафоны, здесь за базар отвечать надо. Так что в качестве испытательной меры пойдешь сейчас сортир драить. Че вылупус? Даба... Даба... Добавки? Сейчас мы собираем всех, кому ее деятельность могла навредить для коллективного иска. Чтобы доказать судье, что ваш метод действительно помогает людям, вам нужно... Короче, это проведет для нас свой марафон. Мы с вами похороним все наши тяготы. Чтобы ваша мечта поскорее исполнилась. Тебя никто не полюбит, если ты сама себя не полюбишь. Не получится. Я все-таки попробую. Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна в центре Б, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Солнце скоро выйдет. Скоро выйдет солнце. Улететь в Париж. Ну, здорово. Просто здорово.